В давние времена кошки не были домашними, они жили в лесах. Вот одной кошке сделалась скучно, она и задала себе дружка, зайца. Любовался на него, какая на нем шубка, да какие у него ушки, да как он белый, ему стольника нет. Однажды гуляли они по лесу, ни оттенницы взяли сверху чьи собаки. Кошки гораздо на дерево, зайцы держали. Ну, одной собаки за зайцем другой поглядела, не достань, туда же. Догнали на глазах и собрали. Горилась по зайцу, ну раз его разорвали, стал нести, что она погружилась в лесу. Лиса оказалась самолюбливой и без солнца. Принеси курочку, все с листиками ножки несла. Пошла лиса на дорожку, попала в капкан. Но кошка не стала по ней уж вориться. Она подружилась с медведем. Ходя на с медведем, вроде не боится никого. А откуда не возьмись, вот нахуй. И убил медведя. Кошка подумала, самый сильный мужик, человек, я с ним и дружить буду. И пошла на заводник. Он пошел без пана, там он за дверем притаился, все-таки боится. Глядь, баба, кочергой шумит, он бежит, а тогда глядит кошке. Самый сильный тут баба, а не мужик. И она подружилась с бабой, потерла все около ног, помурлыкала. Недавно моя бабушка там была и видала, как этой кошке хозяйка пролила молока.